пришли к выводу, что курение вредно, потому что оно в чем-то действительно угрожает здоровью человека, и мы должны тратить на него такое-то количество средств. Больше, чем и оно не купается. Поэтому нам выгодно сделать кампанию против курения. Не потому, что это вредно для здоровья человека, а потому, что это вредно для нашего кармана. Мы, которые управляем здравоохранением, видим, что мы на этом теряем. Поэтому будем бороться против курения. Все. То же самое против остальных вещей. Если бы мы вместе с тем, что против курения можно было бы не бороться, а сделать против этого какое-то лекарство, и человек бы, кроме того, что он тратит на сигареты, еще бы тратил бы и на лекарства, мы бы на это пошли. Но вот такого универсального лекарства нет. Потому что курение, в общем, оно поражает организм. И поэтому стали бороться с этим. То есть не потому, что забота о людях есть. Это так же, как обычный человек не думает о своем здоровье, тем более о здоровье других. Это просто экономический четкий расчет.